Я приглашаю Зазульчак Владлена Олеговича, исследователь, Донецкая Народная Республика, город Донецк. Владлен Олегович родился в Донецке, окончил Восточно-Украинский национальный университет имени Владимира Даля, город Луганск. Специальность – издательское дело и редактирование. Работает коммерческим автором и редактором. Владлен Олегович писал для электронных журналов «Хабр», «Мэл» и «Лайфхакер». Итак, Зазульчак Владлен Олегович, «Материалистическая диалектика тайной доктрины» и «Письмах Махатм». Один из ключевых тезисов теософии Елены Петровны Блаватской – это утверждение о том, что вся духовная мудрость Запада пришла с Востока, «ex oriente lux» – «свет с Востока». Обычно этот тезис пытаются доказывать, проводя параллели между восточными учениями и воззрениями выдающихся философов-идеалистов Запада – Кант, Шеллинг, Гегель, Фихте. Это делала и сама Елена Петровна. Однако я сейчас попытаюсь показать, что существуют очень любопытные параллели между теософией и материалистическими учениями Запада. Начало этому, между прочим, положила сама Елена Петровна. В своей неоконченной статье «Спиноза и западные философы» она пытается дать краткий очерк развития философии на Западе. Примечательно, что начинает она с Эпикура, по ее собственной оценке, величайшего материалиста из когда-либо живших на Земле. Но одновременно с этим она называет его и теософом, потому что он, цитирую, «посвятил всю свою жизнь изучению естественных наук и анализу божественной деятельности в ее соотношении с природой». Но это не единственный момент, где теософия соприкасается с материализмом. В письмах Махатм есть и более любопытные отсылки. В письмах Махатм дважды упоминается имя немецко-французского философа Поля Анри Гальбаха, причем ему, его воззрением дается исключительно высокая оценка. Так, например, говоря о монотеистической концепции Бога, учитель пишет: «Бог теологов – просто воображаемая мощь, как это выразил Гальбах, мощь, которая никогда еще не манифестировала себя, богословский костыль, который бесчисленные века был непосредственной причиной почти всех человеческих бедствий». А в другом письме еще яснее. «Довольно странно, я нашел европейского автора», это пишет учитель, «довольно странно, я нашел европейского автора, величайшего материалиста своего времени, барона Гальбаха, чьи взгляды всецело совпадают со взглядами нашей философии. Читая его «Систему природы», я бы мог вообразить, что передо мной наша книга Кью-Те». Представляете, насколько это высокая оценка? Мне кажется, ни один из западных философов не удостаивался такой высокой оценки со стороны учителей. Кроме того, по примечательному совпадению, название одной из книг Гальбаха «Разоблаченное христианство» или «Рассмотрение начал христианской религии и ее последствий» отчасти предвосхищает название первой книги Елены Петровны Блаватской «Разоблаченная Изида», вторая часть которой тоже посвящена критике институциональных религий и, в частности, христианства. Поэтому совсем неудивительно, ввиду такой высокой оценки учения воззрений Гальбаха учителями, что в знаменитом письме о Боге современные исследователи обнаружили целых 17 цитат и парафразов из «Системы природы» Гальбаха.
Так что я вижу возможным видеть Гальбаха в числе предшественников современной теософии. Но одновременно Гальбах был предшественником и другой философии – диалектического материализма. Суммируя восточную философию в уже процитированном мною сочинении «Эпикуры. Западные философы» в этой статье, Елена Петровна так суммирует восточную философию. Во Вселенной не существует ничего, кроме субстанции или природы. Эта субстанция существует благодаря самой себе и посредством себя, свабхават. Она никогда не была сотворена и не имела Творца. Но одновременно это и взгляд на мир, характерный для диалектического материализма. Процитирую определение материи из советского философского энциклопедического словаря. Этот словарь определяет материю как бесконечное множество всех существующих в мире объектов и систем, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения. Весь окружающий наш мир представляет собой движущуюся материю в ее бесконечно разнообразных формах и проявлениях, со всеми ее свойствами, связями и отношениями. С точки зрения диалектического материализма, материя абсолютна в том смысле, что она безусловная, сама по себе сущая, свабхават, несотворенная, вечная, всеобщая. Кроме того, процессы космогенезиса, описанные в «Тайной доктрине», представляют собой развернутую иллюстрацию законов диалектики, единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания. Так, например, второй логос – дух материи и третий логос – махат – представляют собой диалектическую триаду – тезис, антитезис, синтез. Конечно, только на одном этом основании нельзя говорить о тождестве теософии и диалектического материализма. Диамат отрицает религии и утверждает универсальную этику, но одновременно с этим он не признает внутреннюю мудрость, присущую религиям, и универсальность восточной философии. Тогда как для теософии характерен срединный путь между традиционным религиозным догматизмом и полным отрицанием религии. Тем не менее, мне кажется важным подчеркнуть, что в самом диалектическом материализме есть средства, которые позволяют ему преодолеть его же собственные ограничения. Так, например, в своем неоконченном труде «Диалектика природы» Фридрих Энгельс пишет: «Чем больше люди научатся осознавать последствия своих действий, тем в большей мере они снова будут не только чувствовать, но и осознавать свое единство с природой. Тогда станет невозможным бессмысленное и противоестественное представление о какой-то противоположности между духом и материей, человеком и природой, душой и телом». Эту цитату можно трактовать по-разному, но я вижу в ней намек на то, что конечной целью человеческого развития великий философ видел расширение сознания вплоть до полного единения человека с космосом. И есть еще один интересный момент. Это относится скорее к курьезам, но тем не менее мне тоже хотелось бы о нем рассказать. Мне кажется примечательным, что имя Елены Петровны Блаватской упоминается
в собрании сочинений Маркса и Энгельса, которое было выпущено в Советском Союзе. Правда, это всего лишь краткое упоминание в одном из писем Энгельса Карлу Каутскому. В письме от 30 апреля 1891 года Энгельс сообщает Карлу Каутскому о том, что Анни Безант присоединилась к теософам Блаватской. Вот и все. Это такое краткое упоминание, но, тем не менее, мне кажется примечательным и значимым тот факт, что имя Блаватской упоминается в одном из ключевых изданий советской эпохи. Подводя итог, хочу отметить. При внимательном исследовании обнаруживается, что в письмах Махатм и тайной доктрине присутствуют черты материалистической диалектики, точно так же, как и в Диамате, проблески восточной философии. Это объясняется тем, что, как говорила Елена Петровна, в западной философии трудно найти какое-либо представление, которое не было бы уже предвосхищено Востоком. От Канта до Герберта Спенсера все есть лишь более или менее искаженный отзвук «двайты», «адвайты» и ведантических доктрин вообще. Спасибо за внимание. Господин Зазульчак, огромное спасибо за столь интересный и содержательный доклад. Очень интересные факты, многие из которых, я думаю, совсем неизвестны для широкой общественности были и, более того, произнесены сегодня на Конгрессе впервые. Огромное спасибо за ваше исследование, за соответствие проведения тождественности с теософией. И так важно, мне кажется, что вы подтвердили тот факт, что материалистическая диалектика есть средство для того, чтобы выйти за рамки собственных ограничений. Вот мы этим и занимаемся. Огромное вам спасибо. Привет Донбассу!